О, нихуя, пешки, знаешь, ты тут? Тимофей, надо размут этот анмут сделать. Майкрофон активирует сделать. Да. Там вам по 2000 не выдали. Нормально. Только если я стрелять не умею. Да, я тоже не профессионал. Не тех выдали. Главное, чтобы кто-то бежал. А если мы с пешками побежим, это будет прикол. Мне понравится. Let's go. Кто-то топнул из вас. Это не я. На симпле. Два за плантом. Меня свой стреляет почему. Зик или два за плантом? Да, тут 4 бэс. Тут 4 бэс. Ой-ой-ой. А в курсе, что прыгать туда вниз? Пита тогда. Пита? Да, у нас просто смог зик дали и два под фоном. Промазались. Не промазали, забайтили. На, чисто не по. Ладер один. Падали? Или ладер? Все порвали. О, убил, ладер был. А тебе пойду раз. Нет. Какие паузы, чел, блядь? Танцы без пауз. Ты как дешевка, да? КТ прыгает. Походу да. Под головой. Ну синий байтер, понятно. Синий байтер? Что ты сделал? Бомб-рамп. Ой, бомба, яма. Там бомбу вроде брать нужно. Да, но я что-то хочу через мид так пойти. Прям очень. Я через мид иду. Тебе привет передают прям в раунде в клатче. Нормально. Я тоже в ахе. Давай просто дырочку рассматриваю. Интересно. Чью? Твою, блядь. Чёрную. Давно твою свою. Можешь залазить дырочку. Проедешь как раз таки. Дырочки нет никого. Он залез, джангл нет. Отлично. Под коврами тоже не видит. Только там чё богу прибился. Давай, вспоминай, что в колдах кулили. Тетрис один. Пикайте. Походу. Блять, вышел. Далее. Ну-ка, флешка тут есть вот такая. То, что на базе уже загоняют, это мем, короче. Какой-то не. Наверное. Яма. Это... Ковры еще. Ковры. Давай. Пятерых убей, чтобы мы не проиграли, точно. А то меч ты. Звук дай. 47 на ДР. А вы что гоните? Нычка и джангл где-то. Что нычка? Я касса. Головы. Дата Луна. Сервис аналитики и предсказания матчей искусственным интеллектом. Дата Луна парсит демки, потом вытаскивает из них уникальные события, размены, экономику, эффективность гранат и так далее. На основе этих данных искусственный интеллект предсказывает результат матча. Сервис дает полную статистику по предсказаниям на главной странице, которая обновляется после каждого завершенного матча. Есть рекомендованные матчи. Рекомендованные матчи, в которых Дата Луна уверена больше всего. Коэффициенты от 1,3 до 3. Точность выше 70%. Подходит тем, кто не любит рисковать. Андердоги – матчи против коэффициентов БК. Коэффициенты от 1,80 до 4,5. Банк растет быстрее, но ее риски выше. Каждый может выбрать подходящую именно ему стратегию. В сервисе отмечаются незашедшие матчи. Сервис ничего не скрывает. Дата Луна дает предварительный прогноз до начала матча. Прогноз уточняется после пика командами. Есть возможность смотреть трансляции матчей прямо на сервисе. Это он. Бил окно. Иду Б брать. Успею.
Не успели. Привет, 2016 помню, блядь. Да, я хотел там в одну щелку интересную забрать. Трина. А. Вот это ты сайт еще. Ковры вышел. Под корабль вроде, я не понял. Я умер. Ковры один. Я показываю, надо играть. Яма еще вышел. Помог пройти к джангл тебе. Че, где он? Коннектор, он без бомбы. Кон, кон. Под кон бежит. Кон также. Пошел кон. Без головы есть сампашки. Мужики, ну вам же надо быстрее сыграть с фармилками. Почему вы стоите кичен? У вас ни гранат, ничего. Одни фисты и топ бокса лежат. Отлично. Нет, один. Пашку бы сейчас. А, есть? А, у вас чего бы нет. Зик нет. Я могу дать пашку тебе по смартфону. Давай. Ковры еще. Чтоб топ мид бил был. Десять. Ты еще. Ковры. Яма один и мид давно был. Я убивал одного. Не, я... Не, мид... Мид просто я видел, слышал. А? Ты сразу чела этого видел? Ну, недавно.